приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выберитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Поехали. Догните на месте. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Гимнастика. Классическая гимнастика 1953 год до нашей эры. Сисходное положение если занимает. А? Я не знаю, не проверил. Еще раз. Мне кажется, не те там исходное положение занимали. Бедра. Ты что-то говорила? Это голос. Или сирены морские. Приставьте ногу и поднимите руки вверх. Три, четыре. Проделайте кожу, опускаясь на правое колено. Раз, два. Восходное положение. Три, четыре. Делаем под музыку. Раз, два. Три. Так надо. Ну да. Ты не в ту сторону шаг делала. А надо назад. Ну что, пойдет для сельской местности. Сейчас вы увидите, что контент Аня бультнется. До моря доберусь. Бултыхнется.
Блин, такое длинное упражнение. Ой, нет, руки на колено. Вот так, раз. Поднять. На колено. Продолжайте выполнять. Завтра выходной же, точно. Выжди. И что-то сгодится. Я вижу, поднимание ноги вперед. Вот это мы в школе делали всегда, да. И везде, в тренер-лагерях. Самое классическое упражнение. Только надо носка касаться. А ты касаешься не носка, а носка. Натянуться. Носочек тянуть. Раз, два, три, четыре. Ой. Тихо, тихо. Позади никто не будет. Там уже плывет, я вас уверяю. Легко. Рыбак посмотрел, как думал. Вот людям делать нечего. Надо просто сидеть. Красочки летают, видали? Десятки. Думали об отдыхе, надо было полежать просто, упражнение такое, да, там? Глубоко подышать. Просто глубоко подышать.
Ну теперь вставайте. Ноги поставьте через плечи. Руки согните, кулаки к плечам. Локоть опустите. Седьмое упражнение на ноги туловища в сторону. Прижимайте туловище влево и разжимая пальцы, выпрямите руки вверх. Раз, два. Выпрямитесь, кулаки к плечам. Три, четыре. Опустите на пол. Также другую сторону. Раз, два, три, четыре. Еще раз влево. Раз, два. Вправо. И четыре. Достаточно. Ноги соедините. Поставьте ноги на крест. Не соединяются? Прыжком поставьте ноги вровь. Раз. Прыжком скрестите ноги. Поставьте правую перед левой. Два. Снова прыжком поставьте ноги вровь. Три. Скрестите ноги. Поставьте левую перед правой. Четыре. Так и продолжается. Раз. Два. Такой странный. Опасно близость мерила. Уже дух не сам. Ну что, будешь? Что он сказал? То же самое делать? Не, наверное. Да, наверное, вот так. Блин, друзья мои, ну тут такая жара. Мне, наверное, яйца уже в мягкой, блин. Да, у тебя штаники типа потолще, чем те. Вот почему я тебе позорно одеваю? Тех вид такой стрёмный. Не так хорошо в них. Маршировать надо же, да? Понял. Я тебе не скажу, ты же занимался. Наверное. Я не услышала. А машину ничего сложного. Чуть с тебя взять. Вряд ли точно не прыгать, правильно? Ну да, под такой темп. Вряд ли. Поднимите руки вперед, вверх, нажмите. Все? Нет. Кино не будет. Ну что, теперь можно о чем-нибудь другое делать.